встаем вот на этот, на площадочку эту, видите, где вот милики. ДД могут стать на такой салонке, где тотемы. ДД, вторая площадка, он туда перестал. Да не, это чисто для танка меточка, все остальные могут там спину бить по бокам, где угодно стоять. Ну, а я обычно там стоял. Вон, два человека в кокон полетело, так, даже один. И на ханте сливайте коконы, РГД, кто по стенкам сливает коконы, сова. О. Коконы в мелизоне, да, уешьте. Да не, это всем, по всем. Ну, а с ним, ну, все с ним. Или я это, ладно. Армагеддон не так сильно выглядит, как раньше, мне казалось. Здесь стоит ли яд с танка? Честер, на тебе яд. Честер, диспелите яд. Все. О, архнофобия, что-то чего-то. Дробящая, стрёмно. А вот... В течение 20 минут. РПБшная 3 неплохая для ДД. Эх, пушка. Пушка на кого там, на Фурика? Да. Электрика, нет, нет, нормально. Нет, скорость, меткость, подхоли, рапорт. О, справа от босса. Аксессуары эти, меткости. О, какой паучок прикольный. Давайте в чумной квартал. Квартал у меня здесь будет посложнее чуть-чуть. Давай, Честер. А с это два скилла пока, три точно. В этом квартале после первого босса с трэшем может упасть неплохая, а трансмут одноручка. Уже, в принципе, неплохой лук. С трэша? Да. Ты про меч имеешь, да? Да, там одноручный меч с трэша. А сколько ты за трэша меч купил? Я за 8 соток. 700 голды, да? Да. Да. Блин, надо отличивать. Диспельте херню эту. Поставь. Место диспельте. Решил, блин, боба. Деньги есть, не жалко. Давай, сколько есть. Три гагули. Сейчас хилы припотеют. А, играют по тарту. Стоит с меньшим почти сбейте. Каменный корпус. Так, сейчас дальше пока не идите, ждите, пока стаки спадут. 11 стаков. Кидайте хоты, хилы. Кулак бафает в споте. В споте бафни кулак по себе. Просто смотри, прыжок дурака. Да. Это заклинание. Прыжок, блин, дурака, все весь трэш согрел. Глянь по той, которая начинает кастовать кот. Костры. Два чё хоть? Так,
налить бафы. Отходил Честер, отходил Лампа. Чек на АФК. Тут одно, два хила хватит. Ну да, два хила. Так, Честер здесь, Лампа. Честер где? Ну он в инсте, он получит. И вот да, и утро за роль. Все, погнали тогда, три хила. Пуляйтка на полную звезду. Да, ставьте лучше на Хэгана, нечестивого Геру. Почему там, он не будет. Ну, там, короче, припотеть чуть придется. Хорошо. До него не откатится. Мы зарганем там с Герой лучше. Беспельте. Паладина, сатемчик, там вот это все херня. Вон, трэш валить надо разве что. Я собрал. Вон, вы этого без Геры зерганете, от на того лучше оставить. На одни шеи падает с кольцами. На холь, на хилов тоже много вещей. Тут рапунс, куча трэша. У нас друзья подает попой. Не может играть. Мы без эрдо. Мы идем 3 хила дальше. И в 2 хила мы идем. Честно, да, давай на. Вот, смотри, какой тебя. Персонально. Все, что боишься, не помечается дракончиком. Интересное наблюдение. Каким дракончиком? Ну, сейчас выпадет шмотка любая. Ну вот, не боешь, а это боешь. То, что падает типа с боссов персональное при получении, вокруг этой шмотки во время разрола видите дракончика золотого, вот как у элиток. Если это боешная, то она будет без этого дракончика. Не обращал. Это тоже. Я просто читаю персональное при надевании. А это уже люди делятся на визуалов, да, и аудио. Так, сейчас аккуратно в комнату по правой стороне заходите, чтобы босса не сагрить. Ой-ой-ой, тут два хила будет жестко. Моба сзади заберите, прибегает. Почему два, три? Ушел только это. Так, ушел сейчас пока. Молодец. Все стойте тут пока. Сейчас расставлю мне. Ну смотри, Аршамс отвалился еще на втором, ну на этом, на этих. И Лампа. Сейчас АФК, у нас 4 хила было. Сейчас ДЦ хулипал и все. Артикс где-то сдох, там рейсники его. Ну вы там это, держитесь, короче. Хилов нет, но вы держитесь. Вы держитесь, да. Так, вкратце. РДД хилы, как я агрю босса, забегают на платформу. Все милики, танки бегают со мной по меткам. Крестик его поставил. Афните пристах. Да, мы будем зергать, но бегать надо. Давайте так. Вам приятнее будет привыкнуть к этой страте. Давай, чтоб если вы пошли с какими-то даунами потом в Накс, который не будет знать на него тактику, и будете вайпаться. Я больше в Накс не пойду. Давай только тактику. Вот вдруг ДПС не хватит. Чё вы такие нытики? Не надо бегать. Вот только что говорили о кузалах, вы такие, блин, сразу нежные все.
Говорю, давайте просто нормально. Вот, я его агрю веду по этим меточкам. Время, блин. Что, много времени потратите на 1-2 минуты? Обосретесь, что ли? Вы тут ачивку вроде хотели сделать, нет? Вы ачивками. Хотя бы убить его. Давайте вкратце я скажу так. Босс дает ауру, которая замедляет каст на 50%. Как вас будет хилить хилы, если вы получите урон? Ходками, да? Все, все тут. Настолько эрдура нету, да? У нас из хилов хулипал и ДЦ. Ну, ДЦ щитки хулипал, блин. Да я бабу. Короче, вы заебали там нахуй хуйню нахуй писать, делать. Он паренек говорит, и батя уже весь инс нахуй. Вот как он говорит, так мы нахуй убиваем. Хули вы, сука, ноте, пошли нахуй, пидорасы. Хули вы, сука, в рейд идете, сука, демоны, вы ебаные нахуй, блядь. Идет, вы, сука, читайте за чивами, идем, сука, вы пидоры ебаные нахуй. Мы идем за чивами нахуй. Ладно. Заебали вы уже нахуй, сука, дебилы вы ебаные нахуй. И, сука, таких выблядков, как вы, сука, вообще играете? Все, хватит. Сдохните нахуй, хватит. Сука, уебенизируйся, хорош, сука. Пиздец, вы меня же заебали нахуй, сука, дебилы нахуй. Вот, паренек, короче, говори, как ты говоришь, так и убиваем. Все, пошли не нахуй. РДД хилы на платформу забегают сразу. Милики и танки все со мной бегают по этим меткам, как я буду говорить. Прорвало, пиздец, трубу с говном, блядь. Все, гуляю босса. Давай. Роб? Да, давайте, Роб. Блин, кто-нибудь помогать? Вам тупо нравится как манекены бить. Хемия, срабатывание. Этого не знал и все. Почему нужно рандомно прибегать? Объясни, мне интересно. Ну, босс получается, вот в этой комнате есть схема, как он кастует свои. Чем не уменьшается, не сопрот. Понятно, типа вот... хав... Сейчас я водил. Дискольтик, да. Что, сложно было? Вот надо было спорить, а вот такой простой вещи сложно. Дискольно, кто спорил, не знаю, в основном в чате возьмись. Мне это интересно. Можно было просто зергануть. Тить. Засор в жопе какой, а? А как ты понимал, вот, допустим, вот как его, блядь, водить от этого босса? А, ну просто смотрите, я пару раз у него вайпнулся, меня задолбало, я загуглил. Там схема была нарисована. Мелики заливают червей, РДД глазики. Мелики червей взрывают? Мелики червей, РДД глазики бьют. Ты просто запомнил по Ютубу вот эту всю хуйню, как она там вот водит? Нет, там даже Ютуб не надо. Там просто нарисована в интернете схема, по какой срабатывают эти волны. Ну как тактика, ну клево, на гугле по рисунку схематичный. Там же походу этот тактика сванила, да, вроде? Кого? Сванила тактика, какая была на классике, блядь, версии Warcraft. Ну я не знаю. Накса не было на классике. Чё, блядь? Накса не было на классике, ты серьёзно? Был уже старый Накс, там еще сет на Лока был бы. Такой зелененький, да? Там Т3 был, Т3 был в Накс. Ну да, там. На ваниле был, это последний патч, 1.12. Да там уж никакая классика, блядь, предбэкашная. А там ванила была, так как бы, блядь, финальный патч там вроде бы. Так, в комнату с боссом сильно глубоко не заходите, за решетку зашли, ждем, пока все зайдут. Ладхип, помни тактику. Все просто, я держу босса вот там, где он стоит, РДД с хилами стоят чуть подаль от него. Он
раз, ну, вешает, короче, на всех дебаф, который не дает хилить стопроцентно. И раз в 17 там, секунд или 15 он дает похилить рейд буквально секунды 3-4. Помимо этого появляются споры. Появляется вроде одна спорка. Мочил со спорами. Я не помню, что за чего. Линка не сделал. Нельзя убить споры, не надо убивать. Ну тогда ты как танк стой, отводя чивы. Но если они появятся сразу в мили-зоне, то это просто бабая. И ну, у всех прирост дамага сразу пойдет. Линки без АУЕ должны, без бури и так далее. Потому что не появится у него ХП мало. Там две бури и другая в сфере этой. Давай тогда, смотри, ты подержи. Давай сферу буду сагривать или нет? Я боюсь, у тебя же таунт наносит урон сферам. Ну да, есть такое. Поэтому давай ты, наверное, тогда на боссе, я даже пуху сниму, с кулаками побегаю. На ну, пух делайте тогда в печеньку. Смотрите, ну, пока да, будет сфера собирать звездочку. Звездочка будет споры собирать, их нельзя заливать. Забейте на дерево, то все равно у вас от захилить есть только 3-4 секунды. Главное танка хилить и все. Очень мало хп, 4-5 тысяч спор, поэтому АУЕ нельзя. Маг, аркан, отлично, бомбы нету. Все, давай чекнем, попробуем сделать. Смит готов, мистер Смит. Давайте погнали. Попу дайте тут. Спорный. РДД хил в кучке стоять, чтобы... На рандомном участке без АУЕ. Сейчас скажу 5 секунд. Стопайте. Стоп АУЕ, спор. На комонах. Вон сзади меня. Выбирай. Ой-ой-ой. Ой, сейчас убьют. Сейчас убили спора. Проебали. Ну, убейте босс. Так, захиливайте. Я не могу что-то захиливать. Сейчас, секунда, две, все, захиливайте всех. Как скоро умерла? В луже моей, наверное. Наверное, там 3к хп у нее. Получила 2 тика. РДД, у себя одну спору разбейте. У вас крит на 50% подскочит. Так, огромный, на себя осталось. Сейчас споры все разбиты в мили-зоне, у танков агронии набирается. Во-во-во, куда идти можно было. Если что, Алла, смотри. Если вдруг у меня там будет, КД босса заберешь. Хилы, если меня будет пробивать, а до снятия дебафа еще много, предупреждать. Пробивает. Я тебе каплю, да, потанчишь еще чуть. Да, у меня есть прожилки. Правда, сейчас меня на фон не захилили. Руки дам еще. Не на меня сейчас смотрит. Короче, если меня видишь, что меня будут убивать, то это... Просто заберешь босса, ты ж фуловый. Да я тебе каплю могу дать. Он сейчас просто хп мало будет, у него подрубится. Берса его пушная. Игойная. Игойная. Сейчас умру. На, кап, вложение. Ждал часто этого момента, да? Конечно. Пойдем, на ДК свое отдал. Два клобук одинаковых, что ли, пал? Вполне возможно. Говно какое-то, пошли дальше. Квартал. Там возьми за тапочки, боюсь. Тут осталось еще. Квартал мерзости, да? Да, квартал мерзости. Пошли. Последний, да? Да, ну не считая там предластовых. А это же ватный, да, вроде такой легенький квартал вроде.
Ну, как сказать, скажем. Большая часть проблем встречается на глобулисе и на глуте. А нет, там этот, я помню, что это плюс-минус всегда. На Тадиусе это. Да, но на Тадиусе с этим плюс-минусом как бы не прям сильно проблемно, правда, народу много, если, то тогда проблемно. А так у нас 20 человек, из них один АФК. Подойдет, может, вижу клад, 20 минут. 19 человек, не один АФК. Одно дело, 25 челиков сразу получают плюс-минусы и шоты друг друга. Там полярность нужно менять. Да, ну дойдем до босса и обсудим, сейчас что. Сейчас перепутайте на других боссах с этими плюсами. У нас есть ДК только. Кстати, смотри, сейчас лоскутика будешь танчить ты в приоре. Я буду набирать второй по агро. И Холли Пау даст частицу либо на меня, либо на МТ. Но таргет там будет прохиливать ДКшника, то бишь мерка. Как бежишь, не кури. Сейчас вот это вот убираем. Сейчас пусть сюда не идут за боссом, он сам придет или мы его приведем. Милики не бьют у вас котика, мансуют на расстоянии, бьют только РТД. Не, они могут бить, он их не будет убивать, если я буду второй по агро. Ага. Все, пусть все тут стоят. Просто он начинает по второму танку работает, да? Просто плюшки накидывать по 20, по 30к. Я тоже поэтому... первый агро, а ты второй, да? Да, поэтому весь напу делайте в печенку. По сути, вообще у Милика лучше заходить в лужи и свое КП понижать. Тогда они... Да, там вроде не только агро, но и по количеству здоровья идет. Да. Поэтому лучше... Только танков. Но вы видите, лужа урезает вроде характеристики все, а не только здоровье. В смысле, ты зашел, вышел и все. Ну да, все урезают. Только ХП. Да нет, и СПД тоже он тут уменьшает, но все многие... Ты зашел, выжил, ХП понизил. Печенька танчит и все, я буду второй по агро, главное на печеньку напуливайте. Во, начинайте захиливать ДК. Че, перерыв сделал. Ой-ой-ой, и Титин плюшки раздает. Вот, чередой. Войт, пишешь, мужик? Здесь миликов не убивают, если там второй паг, правильно, а не милик. Ну и по здоровью. Я просто давно не читал там. Ну, либо здоровье, здоровье, либо агро. Но два в одном будет лучше. Больше, чем у милика любого. Да. Ну, он не хп, да. Да. Берет по... Бывает убить, но кажется, его как надо. Я хп поломал, поэтому ты... Ну, там иногда бывает, что у него есть где-то там слепая зона за пердаком, где он не видит миликов и их бить. А, еще трэш загрели. Бесы проклятые локовские. Полезно, у вас пучки его. Еще одна тринка на танк такая же. Слизняков не урежьтесь, кто не в курсе. Их сейчас сделали полегче, раньше они через всю полосу переползали. О, полученный урон. В 3 раза больше тебя получил. Угу.
Я по участку уже звоню. На задаток хотят отдать. Тоже слабо помню, так это помнишь, надо бегать. Ну, сейчас трэш пока весь зачистим. Так а стоит на какую-то хрень еще там. О, боешечка. Ладно, клабы. Приведи пока тех двоих великанов. После трэша не пуляйте босса, лок. Лока нет, да? А есть лок. Эксклюзив поставь шкаф. Поставьте шкаф. После трэша. Сейчас все равно. Все. Еще будет наш ДП. И я друг вернулся. Охуеть. Снова 21 человек. Не, 20, что 21, 20. 21 ронин. А, все. Это с хилата ливнувшего, да? Все, три хила снова, ставьте шкаф, где лок. Эксклюзив, вот, давай шкаф. Все, главное. Тикайте. Смоним роме. Тыкайте. Друид, какой друид, спотти. Какой друид забрал плащ, надо, да, хил. Лам. Лампа, дай, пожалуйста, Палу плащ на ДД. Гоните плащ вообще, чтобы я понимал, о чем речь идет. Лампа, ты шел друидом перед рейдом. Правильно я тебя понял? Ты шел котом, потом сказал, ладно, давай я похи. А на кого там квест сегодня, на этой неделе вообще? Сартарион. Так, давайте вкратце быстро. РДХи выстоят в центре вот этого вот квадрата. Я веду босса по решетке. За боссом остаются лужи, поэтому, милики, стойте слегка по бокам, но не перед лицом босса. Если вы лазите перед лицом босса, он периодически плюет. Тех, кого зацепило слизней, ты тогда печенька, будешь забирать их. Также на некоторых людях появляется мутагенный укол. С мутагенным уколом вы отходите либо к стенке, либо подальше от остальных. И когда дебаф спадает, вам наносится урон, на этом месте появляется лужа. Лужа разрастается. Босс уже на подходе. Где рейл, куда ушел? Все здесь. Я здесь. Все, отлично. Перед лицом главное, милики, не стойте. Еще, короче, после босса решим бы. Да какая ты... И на циркле играл, но... Слизни забрали. Поставили Накс новому героическому уровню славности. Прикольно, кстати. Они слышали. От лужи отойдите, уже дамажит нормально. Которая после мутагенного укола. Опять на лампе. Лужа от укола, если что, разрастается намного больше, чем обычная, так что. На локе укол. Но я не успел выйти с меня диспельнули. Можно диспелить. Но это если... О, повернулся во время укола, как я это люблю. Укол выйдет. Но меньше... Вообще-то, зачем ты побежишь? Ко мне подбежишь. Почему в лужу убежал? Даже в дверь. Все.
Давайте добиваем. Рест своих. Один спотти. Слушайте, паладин спотти и друид лампа. Спотти мне сказал, что друид кольцо занизил на Эрпала. Хотя друид изначально шел котом в рейд. Я попросил спекнуться. Поэтому, поскольку здесь люди нидят на оба спекнуться, он навкашивал один раз в 15 минут. У него была весомая причина, там, с мамой связана. Так, сейчас аккуратно поднимайтесь наверх, там, не упадите. Вот, иди туда! Смотрите, какая тринка классная, на меткости, на СПД 765, почти как чешка. Охренеть. С меткостью. Смотрите, так и не упадите вниз, блядь. Тогда нити вот эту хуйню. Тринка. Там, дух, пожалуйста, хант поменяй. Так, собаки Глут, очень аккуратно спрыгивайте. Лампа, до свидания, блядь. Стой, Хант! Ой, блин, Пал, беги по правой стороне! Кто еще лоханец, интересно? Я не знаю. Друид! До свидания! Ну, ёптать, ну как же вы там сдохли? Да вот так как-то. Ладно, не сыйте. Вам везет, что у вас есть лог. Лог, да. Суманем, да. Кидайте 20. Тело, не бегите заново. Осталось только паладина упасть, блядь. Сейчас присумоним, ребят. Кто упал, сейчас их присумоним. Плюсики, давай. Значит, так чёт, долго будет. Там же вроде раньше заливались, насколько я знаю, типа трупы эти, блядь, зомби. Когда ну, сейчас объясню. А как, кто у нас вар-танк был? Если можешь, пожалуйста, спекнись на этого босса. Вон, Вольт. Что там у нас этот пигри АФК? Не прыгайте, сейчас я суманут. Да нет, вроде, суманим его. Он тело покинул. Так, вкратце, где там вар уже спекнулся в танка? Да, у него 42. Где он? Я его не вижу. Как? Что? Кто это сделал? А, ну и стоял к тобой. В общем, забирай босса и веди его туда, к стенке, где крестик стоит. Угу. Прям упрёшься в эти ворота. Давай, забирай босса. И на пол в печеньку. Блядь, уже спулили? Да, кто-то там вдруг. Все бьют только босса. Вар, смотри, не надо с ними драться, тупо их затаунтил и бегаешь от них. Тебе стаки. Периодически даешь им стан. Меня может гнев небесным, слышишь? Это не надо. Если они подойдут к боссу, то он их захавает. Хант собаки. Мне им хп восполняет, если они дойдут до него. Да, если они дойдут. Если вдруг... Ну, вроде ДПС должно до истребления хватить. Но если вдруг произойдет истребление... У всех сразу 5%. Ну да, не успеть тогда. Ладно, добивайте собаку просто. Ну, расскажи еще. Ну, смотрите, если вдруг работает мимо рейда, которых по 100, ну, сколько, 1 209 000 хп, у них тоже остается 5%, и они тупо на чеке. В этот момент, как правило, и начинают убивать. Время на акции там. Такой 6-8 косарей на максимум. Да. Потели, наверное, вообще. Да, ребята, да. Потели. Ткань красивая. Токен упал. 2 токена. Даже 3 возьму себе один. Если получится.
Все, вар, который можешь обратно в ДД спекаться. А где этот токен можно получить? Да вара не обмениваете. Да вара. У торговца кольчужных латных изделий. А у этого в шатрах раз нельзя? Покорителя какие-то? В шатрах нет, это, блядь, там БК все. А, нет. Что-то у вас тут много. Там в шатрах нечего обменивать, потому что Т4, что падает, он сразу меняется. Так и знал, сразу... что сагрит, Витя. Что там за хил? За хил можно? Сакру отдал его. Ну, пропишите вы им гнев, блядь. Да прописали диминишн. Работает. Так, распредели пати поровну по ДПС. Сейчас посмотрим. Я буду с правой стороны, ты с левой. Пати, значит, вторая и четвертая будет справа. Сейчас ДПС раскидаю. Поставь слева, рога справа, маг слева. Не курите справа. Дэйди слева, Смит справа. Как там у нас будут эти, блядь, плюсы и минусы? Наш смотрите, стороны. Сейчас мы первым делом убиваем вот этих двоих. Убивать их нужно с интервалом где-то, ну, секунд так 5-8. Может, даже до 8 секунд. Если не успеваем, один из них ресается сразу. После их убийства все прям стараются сразу с первого раза перепрыгнуть с этих платформ на ту платформу, где стоит босс Тадиус. Я тут же беру босса в таргет, начинаю его танчить на том месте, где он стоит. Смотрите, вот как мы сейчас смотрим на Тадиуса, когда он кастует свой каст «Сдвиг полярности», у вас в дебахах появляется либо плюсик, либо минус. Если у вас плюсики, все плюсики становятся с левой стороны от босса. Если у вас минусики, вы становитесь с правой стороны от босса. Грубо говоря, я танчу босса, у меня сработал плюсик. Я вот так его поворачиваю. Милики, соответственно, стоят и бьют ему в спину. Если у меня минус, я поворачиваю в другую сторону, и все остальные, у кого плюсики, стоят слева. Отец, если кидал. Плюсы и минусы сбегаются, то начинают проходить по всему. Положенного знака. Также очень важно, после того, как мы убьем босса, пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Короче, смотрите, первая, третья группа и вторая, четвертая. Рок, я тебя сейчас поменяю, знаешь, с кем? С полком эксклюзивом. Вот так. Ну, да, первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Соответственно, первая, третья слева от печенки, вторая, четвертая справа от печенки. Все? Все, давай иди, становись на ту дорожку. Слева пошли. Пошли каждый. Здесь стой, подожди, что-то нихера не понял. Где третья? Я был то во второй, теперь в третьей. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Я тебе перекинул лог. Все, я тебе сказал. Здесь слева. ДК. Так, все, сейчас забегают все. Пусть так, контролируем здоровье Майра. Боссов. Все, давайте, все готовы, погнали танк. Нас с тобой периодически будут еще местами менять. Но это не страшно, агро остается. Так, сколько у вас здоровья? Нормально, идем более-менее по уровню. Справа чуть больше добавьте. Ой. А, у себя там слева, короче, меньше ДПСа. По Фойгену стопните, ДП. Вообще не бейте его, даже автоатакой. Тить. Как-то неудачно распределился ДПС. А, что тут все подохли? Два агро сорвали, пот и рпа. Как вы, блядь, сорвали? А ты всех на пулеров мне отдал, что ли? Все, убиваем, типа. Сейчас, давай, быстро. Тихо, что-то так быстро приложил. Все, перепрыгиваем. Аккуратно так перепрыгиваем. Хоп. Кто не допрыгнул, бежит быстро и обратно и запрыгивает.
Это не допрыгнул рак. Да. Все, бьем босса, пока не сработал сдвиг полярности. Можете гиру дать. Слева плюса, да? Слева плюса, справа. Слева плюсы, справа будет минус. Вот сдвиг полярности идет. Все, плюсы слева, минусы справа. Короче, минус от печенки. Минус от печенки. Плюсы слева. А что это у меня плюс 2 значит? Вот, это значит, сколько людей стоят вместе, значит, и дают друг другу усиление. Ты классный. Тебя оценило 4 человека. Или 2. Вы милики не стойте прям в бой в самом. Отойдите на полный рейндж. Сдвиг полярности. Плюсы. Минусик. Плюсы налево, бывает. Плюсы налево, минусы направо. Все, плюсы от печенки, минусы от звездочки. Дитя, он что, 25 лет? Ты говорил, рекал. Да, он всегда такой был. Давно не был здесь, походу. Охренеть, 36 миллионов слетел. Ну, в принципе, если он учитывает, что всем дает усилки. Сдвиг полярности. Плюс от печенку, минус от звезду. Все просто. Хотя бы никто не начал предлагать свою тактику, типа, давайте в кучки стены. Была такая херня? Выискивать, блин, эту кучку, какая с плюсиком, какая с минусиком. Кучку полезно перед дебафом. Плюсы. Все, плюсы сюда тогда, минус направо. Какой там ДПС с этими плюсиками? 17к у мага. Нормально, вот так будет. 14. Ну сколько тут? 8 человек дают 10. Нормально. Минусы направо, плюсы налево. А что, может бэрнуть кого-то у нас там сдох? Да ладно уже. Может просто ставят нас от Гурона, вдруг что? Вы никак не БРните, потому бля, что мы еще не любим опорт. Ну народ на площадке лежит, двое друг. Хантер самый хитрый, смотрите, он даже не прыгал, он стоит для внутри. Баф, смотри, плюсы налево, минусы направо. Плюсы налево, минусы направо. С другой стороны, вы кого-нибудь БРните, он встанет к нам, к полярникам. Да, кстати. Ну хотя на тех, на кого нет полярности, на них, наверное, не сработает. Фиг его знает. Рост КД, честер, 8 минут. А рост давали ж! 8 минут был рост. У него, наверное, нет роста. Полярность. Плюсы слева, минусы справа. Меняйтесь, смотрите, добавьте. Минус печен. Плюс печен. Так, после убийства босса стоим все на месте. 40 секунд до будет окончания дебафа. Бафа. А то сейчас как все рванут сразу друг друга убивать начнут. ЧДК лутает босс. Все стоим по пути. Сейчас сколько будет? 50 секунд. 50 секунд дрочим после убийства. Вы типа минусы с правой стороны вы можете пойти, а плюсы стоим и ждем, пока минусы уйдут. Тише, не двигаемся. Ну, даже ачиву сделали. Ну да, а что за ачиву? А они или этого друг с другом или что? Так, минусики. Меньше... Минусики пусть пока уходят, валите через портал. И сразу отходите оттуда к Сапфирону. То есть, получается, мы не пересеклись, а нигде плюс-минусом. Да. Нет, ну, пересеклись, что по любасу пересеклись. Просто там урон, граница урона какая-то есть. Там есть две ачивки. Одна ачивка, которую просто нужно убить радиуса, которого меньше 21 человека. И все. А вторая ачивка, нужно просто перебежать вовремя. И все. Значит, вторую заслакали. Да. Вот эту сделали. Ну, это, блин, немного особенно. Так, ребят, тут сразу...
как вы на втором этом этаже оказываетесь, тут шар Наксрама состоит. На него клацаете. А шарик такой глобный. Вот приз забрал, потому что это бое, ребят. Какая бое? Там кольчужные рукавицы. Ну, купил у него, значит. Что поделать? А господи, Холли Пал, что ты споришь? Ты все равно возьмешь с РБК, блин. Нет, надо именно с Нарксрамоса. Господи. А, дракон собирается. Ну, пусть собирается. Давай еще мы сделаем резист без холода, короче. А здесь просто что, убиваем? Линка нет, ачивку. Чтоб я более-менее разработал. Там что, просто никто не должен Слушайте, умереть? Смотри, потому что БУЕ можно роллить. Объясняю тебе, что есть вещи, которые персональные при надевании, и их могут роллить все. На продажу себе, на второй спек, на третий спек, на продать в рейде кому-то. Понял? Ауру защиты от магии льда уберите и тотем не ставьте. Все равно 130. Надо еще что-то убрать. Да потому что ауру защиты от магии кто-то врубил, паладины. Уберите лед. Кого лёд отключаем, паладины. Вот полкста. Вот сразу стоит. Давайте смотрите, резист от магии льда должен быть не выше. Да вон только одна паловская аура стоит, её убрать и всё будет нормально. Берите от льда ауру, кого на огонь поставьте. Лапа-то ещё ладно, вот. Она всего даёт сопрот 54. 75. 0. Защита. 0. 75. 75. Опа, Все, 75 нормально. Лапы и приступав, все. Кулак киньте, разбойника. Так, вкратце, ребят, смотрите. Кто был на синдре в ЦОК, там будет проще. Танчу босса боком, стоите, то бишь, также сбоку под передней правой лапой и бьете. Он бросает ледяной град на какую-то конкретную цель. Этот град начинает преследовать эту цель. Он не остается на месте, он бежит за целью. Он замедляет эту цель, начинает наносить урон. Особенно это фигово кастерам, которым нужно и кастовать, и при этом убегать от этого ледяного града. Особенно касается миликов. Вы там толпой стоите, если на вас полетит две лужи, хилы просто припотеют. Поэтому старайтесь как-то там максимально это сразу примечать и бежать. Уводить этот град. Также... Начинается вторая фаза, когда босс взлетает. Во время этой фазы он выбирает себе поочередно несколько целей. Ну, их две или три будет 25-ки. Эти цели замораживаются в глыбу. Спрятались за глыбы. Босс кастанул свою хрень. Взрыв произошел, глыбы раскололись. Все, бьем дальше босса. Что там, паладины, будете кулак давать или нет? Скотти, раздай кулаки, я тебе написал. Слушай, Скотти, здесь, по сути, никого не волнует, нужно ли тебе бой на мейн или на офф, или ты продать его хочешь. Это, оно ролится всеми, для своих целей, для заработка и так далее. Если ты отдал там себе другую шмотку, BN на мейн, блядь. Некоторые вообще анрулят BE. Короче, Танки, я не хочу больше слушать. Вон ДК релит нам на и заебись. Я вообще, допустим, шмотки тут на транс собирают. Когда 245 плюс говорит на офспексе 200-го левела шмотку, как он может РБК реально зафармить, это вообще. Что, погнали, да? Это он пиздит по-любому, блядь. Пришли за трансом, а не за то, что, блядь, одеваться. Милики можете ставить с обратной стороны за другой передней лапой босса, чтобы всем друг друга не пересечь. Да, было надо дождаться Геры, чтобы... Сука, кто это? Кто-то и... Мочи его нахуй. Я предлагаю кикнуть. Кто включил сейчас ауру от холода, блядь, скажите нахуй.
Отбегаем в сторону пока выхода нашего. Так, глыба, где глыба? Сейчас еще будет. Здесь для кого будет рассказывали плохо. Нахуй? Все, я думаю, это, блядь, паладин, который негодующий. А так, нас не выбор, я правильно понял? Это ладно, или кто там, Холли Пал? Давайте попробуем убить. Один Холлик жив, килов нету. Ну, Холли, значит, запотеет. Лампа, давай хит. Нет. Все, слети. Стой. Там сопротивление у вас просто. О, да, сказал. Пупста. У вас есть. Ну что, блядь, с ТД вы еще сели вот почти. Чё? Все. А я как понял, эта лужа кидается на кого-то, да? Да, я говорю, он лужа выбирает себе цель и преследует ее. Да вы не, подойдите поближе, не надо разбегаться далеко, блин, он бегает далеко. Если далеко убегаете, то, блядь, можете вообще босс заведется и все, и босс будет меняться. Кила нету вообще. Давайте, может, если шаман жив, Геру дать. Труп шаман. Ну ладно, пофигу. Для вас осталось только 4 ДД, даже 3. Да, ложите, блядь, рейтинг все убьет. Главное, чтобы пока никто больше не умер. Ну да. Пока не успел. Между собой. Погнали. Ну точно. Саур холда, понятно? Включайте ее. Бегайте от луши. Прячься за глыбами, когда он кастует дыхание свое вонючее. Да ясен фиг, что главное перед убийством ее отключить. Но полюбасу он же забудет это. Почему? Что там, бой что ли? Да. Умирайте, кто там не сдох. Я снулся, блядь. А не, он по очереди пропускает. О, блядь, меня убило нахуй. Да. Что? А, все, ну, наверное, ушел дракон, просто... заходите. Заходите, заходите. Да, дракона загрели даже. Заходите близко. Есть какой-то джипс? Может кто-то поставить? Там стоит, стоит еще. Я пока не могу использовать эту способность. Поняли, черт, от луж убегайте. Она не пропадает, она бежит за вами. Эти тут вокруг босса можно. Он хвостом бьет, кстати. Да. Не помню, но лучше, как и все драконы, держаться не за хвостом, а за лапой. Ну, понятно. Что за хрень такая-то повисла, я зайти не могу. Можешь. Где Смит? Смит, а что ты делаешь под боссом? Мы тебя не будем резать. Вставай, беги. Я зайду, получается, не могу. Завис просто. Даже так, не думал, что как это что, ебанули, произошло. Нахуй. Батур. Ну я бы это спустили, дебилы. Ханты, вы как себя чувствуете, блядь? А Батур и дядя. Еще раз, наверное, ложиться, все, ложимся. Опять-то, блядь, это, побежали. Это, они... Конечно. Ваши хаппереты побежали и сагрили, блядь, босса. Вы не можете их поставить на пассиву или что? Почему не агрит босс? Не, я волк вообще. У меня, блядь, все достал. Два хан... два пета, две собаки побежало, я видел, блядь. Ханты, вы чё, гоните, на? З...
За вас, блядь, люди в срейдере ливают. Заходите. Да, он на дэйв стоит, но я видел две собаки, которые побежали к боссу. Вот и ага. Все. Ага, суманите только меня, потому что меня выкинул в Даладан. Кроме ты? Да-да-да. На камни тыкните кто-нибудь. О, минус два уже. Короче, нужно всем выйти из листа, я знаю. Он уже воздушную фазу делал. И сейчас. Значит, падает. Руки надо. Руль пришел сюда. Босс в бою. Можете не заходить. Лучше обновить. Будем зайти. Заходите. Погнали наверх. Петов офните своих. Поставьте их на пассиву вообще. Сюда, будалак. Что, все? Там опять бой идет, что ли? Нет, заходите. Нет, аккуратно, там шарик с, блин, сбоку, там потыкайте как-то. Он как-то не хочет работать. Ну, побегай, потыкай там по-разному, понял, так, покрутись. Он с КД просто работает, он одного пускает, потом в КД уходит. Дайте пройти. Он успел. Ага. Дайте ребенку пройти. Все, давайте, кто еще? Смит, Арт, Бастер. Что, мы так убьем? Убьем. У нас осталось 30% и осталось 4 живых человека, потому что остальные в луже сдохли. Хочу ДД добирать, конкуренция на ключик. Ну да, опять. Тут либо конкуренция, либо вообще не будет. Ну да, блин, Смит, этот ключик самое ценное. Смит, ты где? Ты здесь? Все, давайте баф. Что он дает ключ? Он дает возможность вам порелить в инсте око вечности 25. Если вы как бы не релите и не собираетесь туда идти, лучше этот ключик не брать. Там же дейлит на Малика сюда вроде дается. Да, но его можно десятки выполнить, потому что десятки, допустим, много для квеста, да и в общем собирать. А вот 25-ку ее по факту никто почти не собирает. Потому что, во-первых, ни у кого почти нет ключа. Во-вторых, все не считают это бесполезным, так как там ничего ценного не падает, кроме как маунта и трансмут, может быть. Чего, блядь, маунт падает? Да, в 25-ке и в 10-ке там падает маунт. Да, там шандроп 1%. Котти, можно. Ну, я один раз только видел, в 10-ке падал. Возьми мадок, слышишь? Лок, дай шкаф, пожалуйста. Да, бери мадок. Какой там ДПС? Он пэт, наверное, больше дамажит.